Нет, Rain это не SM21, это уже более развитый аналог, потому что пройдя определенные виды испытаний, то есть Арнольд, который является создателем фактически соло, то есть Rain, дорабатывал его структуру и работу в течение 20 лет после этих же испытаний. Вот, получив определенные ответы, вот, доработались определенные еще дополнительные ингредиенты, которые улучшили процесс и скорость именно восстановления иммунной системы. Но самое важное – восстановление микрокапилляров крови, которые в первую очередь разрушаются при любой патогенной флоре, при любой атаке на организм, в первую очередь. Андрей, скажи, пожалуйста, ну, ведь в зале сидят люди, ну, я знаю, что, ну, огромное количество людей, которых, слава богу, нет онкологии. Там, возможно, где-то сейчас, ну, к сожалению, это часто встречается, поэтому в зале часто есть люди, которые лечат.